С наступлением лета, солнечных деньков и жары мы волей-неволей задумываемся о летнем отдыхе, море и беззаботном времяпровождении. А поэтому обойтись без красивого купальника никак не получится, ведь удачно подобранный купальник позволит продемонстрировать прекрасные женские формы и сделает вас богиней на любом пляже. А какие же новинки купальников подготовили для нас дизайнеры в сезоне 2020-2021 года, а также примеры образов для пляжа, я и продемонстрирую вам в данном видео. Тенденции купальников с каждым сезоном приобретают новые мотивы, что отражается на топовых моделях купальников в этом сезоне. Последние тренды купальников очень разнообразны и удивительны, и вам непременно стоит узнать о них первыми. Пляжная мода не сможет обойтись без купальника в раздельном решении, что радует милых модниц из сезона в сезон все новыми решениями и превосходным стилем данного фасона. На первый взгляд может показаться, что же можно придумать интересного и интригующего в варианте раздельного купальника для милых леди. Но дизайнеры и тут решили удивить даже самых искусных модниц различными видами трусиков, высокими, с глубокими вырезами, шнуровкой, разрезами и другим декором, а также, конечно, купальники с высокой талией. Верх раздельного купальника также может быть выполнен в различных типах, в закрытом виде, со шнуровкой, без бретелей, либо купальники на одно плечо, с полосками, бахромой, кисточками, что особенно привлекательно смотрится на женских изгибах. Придадут изысканности раздельным купальникам и принты, цветки, абстракция, полоска, горошек, а также отлично смотрятся и монохромные купальники в привлекательных оттенках голубого, розово-золотого, лилового, телесного, белого и черного цветов. Большую популярность обрели слитные купальники в сезоне 2020-2021 года, что вы встретите в вариациях не менее притягательных и эффектных, нежели раздельные купальники. А все благодаря оригинальности исполнения слитных купальников на лето, неповторимости декору и утонченности силуэта. Красивые оборки и рюши, шнуровка, отсутствие бретелей, прорези и прозрачные вставки – все это делает слитные купальники 2020-2021 года неимоверно притягательными и прелестными. Модные слитные купальники позволят выглядеть изумительно красиво всем представительницам прекрасной половины человечества, независимо от возраста и комплекции, позволяя подчеркнуть достоинства любого типа фигуры и при необходимости скрыть недостатки. Летний отдых предполагает не только пассивный его вид, но также и активные игры на пляже и купание. Как раз для такого случая модельеры продемонстрировали прекрасные спортивные купальники в этом сезоне, что будут удобны и комфортны при активном движении. Модные спортивные купальники выполнены в раздельном и слитном типе с минимальным количеством декора, либо вообще его отсутствием, с закрытым верхом и низом без вырезов и полосок. Необыкновенный женский стиль милитари заполнил сердца модниц, что выбирают не только основную одежду в этом стиле, но также предпочитают и купальники в стиле милитари. Самое важное в данном варианте купальника в стиле милитари – это цвет хаки, что казалось бы слишком груб для пляжного купальника, но благодаря силуэту купальника и правильной его подаче ваш лук милитари купальника будет превосходным. Модные купальники в стиле милитари, как раздельные, так и слитные, не требуют различного декора и дополнительных украшающих элементов, ведь сами по себе они красивые и лаконичны. Придать привлекательность купальникам милитари помогут шнуровка и завязки. К тому же данный оттенок позволит скрыть погрешности фигуры при необходимости, что делает модный купальник милитари еще желаннее для многих дам в сезоне 2020-2021 года.
Кроме всего прочего, одним из важнейших аспектов любого купальника является его идеальный крой под ваш тип фигуры и внешность, демонстрируя привлекательность и прекрасные формы милых дам. Желаю вам, дорогие женщины, быть неотразимыми этим летом, демонстрировать модные и красивые луки на пляже. С вами была ваша Марго.